Шани, ты помнишь, как я встретил вас с Геральтом в Оксенфорте? Каким образом вы с ведьмаком оказались в столь компрометирующем положении у тебя в комнате? Это был профессиональный интерес. Я изучал влияние мутагенов на физическое состояние ведьмака. Надо признать, изъянов я не обнаружила. На самом деле, Лютик, тебе бы немного упражнений тоже не помешало. Полезно для здоровья. Милая, ты явно недостаточно хорошо знаешь Лютика. Его не просто так называют лучшим языком Севера.